вот Ирина Фортбрук. Я, если что... Фортбрук, forever! А цифры сыпались на снег и замерзали точно лужи. Сидел на кухне человек, угрюм, задумчив и простужен. В бокале виски, лед и свет, свет от светильника напротив. И пачка сигарет, пускай уже не в моде. Глядел он молча в темноту, что из окна в него смотрело. Превозмогал немоготу и все, что в нем еще болело. И, собирая в кругляшок свои искусанные губы, пускал извилистый дымок, тушил пожары в трубах. Так день прошел, и жизнь пройдет. Вопросов тьма, ответов совсем немного, но сойдет. Ему сойдет и это, возможно, с рук, а может, с ног. Не столь все это важно, мир обаятельно жесток в отдельности и с каждым. Придет весна, в который раз наступит снова лето, и человек не вспомнит глаз размера, но и цвета. Не вспомнит он, кого любил, о ком крошился в гравии. Тех, кто однажды позабыл, никто уж не исправит. Окурков в пепельнице тьма, и пуст его желудок. Возможно, он или она утратили рассудок, сидит и смотрит в пустоту в свои живые дыры. И горько так, но не во рту, в душе. Февраль, квартира.